День учителя в Иванове начали отмечать на день раньше. В четверг в 23-й гимназии поздравили лучших педагогов города. Особое внимание профессионалам, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Им глава администрации Александр Кузьмичев вручил муниципальные премии. В целом в городе работает в образовательных учреждениях более 8 тысяч педагогических работников. Мы ими гордимся. Педагоги, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья, конечно, поменьше. Но это тоже люди, которые все свои силы дают на то, чтобы наши ребята с ограниченными возможностями здоровья могли нормально учиться и осваивать программу. Пригласили только 15 преподавателей, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Со своими подопечными чаще всего им приходится общаться дистанционно. Однако, несмотря на специфику такого обучения, сложностей практически не возникает. У меня в работе с любыми детьми есть сложности, вообще с любыми. Это не связано ни со здоровьем, ни с развитием ребенка. У каждого ребенка есть свои особенности, это не связано с его здоровьем. И поэтому вот у меня нет никаких проблем. Не забыли на торжественной церемонии и о других педагогах. Премии получили учителя за работу с одаренными детьми. А вот преподававшие на протяжении 35 лет стали обладателями удостоверений о занесении в книгу учительской славы. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.